Так, вот наше солнышко уже практически касается горизонта. И удивительнейшим образом ни одного не вижу я пятна. Как так? Прям любопытно. Неужели сегодня солнце не запятнанное? Ты посмотри, как оно за горизонт катится. О, оставлю так, чуть-чуть, на несколько секунд, сейчас. Ну вот, на фоне деревьев перемещается солнечный диск. Ну, солнце, понятно, на месте. Перемещаемся как раз мы на планете своей. Да, вообще ни одного пятнышка, удивительно. Или... слишком светло, то есть слишком чистое небо, и нету ничего, чтобы могло бы нам фильтром послужить. Так, там у нас луна еще видна, да, ни одного пятна не вижу. Похоже, как будто протуберанцы, но это колебания воздуха, скорее всего. Это я с резкостью играюсь и с вашими нервами. Видно взвесь в атмосфере Земли пыли, какие-то частички летают. Вот. Ну, дерево просто как ориентир оставляю. Ладно.